Всем привет! Мы телеканал Тыковка ТВ. Сегодня я снимаю видео, которое называется «Мой удачный день». Давайте начинать. Так. Ой, какое хорошее солнышко. Сегодня у меня в гороскопе написано, что у меня супер удачный день. Это хорошо. 13-я пятница. Это очень хорошо. Так, надо позвонить подруге. Да что же у меня все падает? Надо позвонить подруге, узнать, где же она там на моей машине и когда она подъедет за мной. Да-да, как вы знаете, я приехала с отпуска. И сейчас мне надо кое-куда пойти. Мне надо туда. Блин. Глупая кошка. Ой, ну, если черная кошка перешла дорогу, это не значит, что у меня неудачный день. О, а вон и машина. Привет. Садись. Да. Ну как, тебе понравилась моя машина? Очень. Так, сюда вот вещи положу. Ой, вещи падают. Давай я тебе помогу их упаковать. Вот так. Садись за руль. Ой. Знаешь, я читала в гороскопе, у меня сегодня такой удачный день. Поехали в магазин. Поехали. Ой. Знаешь, мне сказали, что... Точнее, прочитала в гороскопе, что если у меня удачный день, то можно сходить с подругой в какой-нибудь, ну, не знаю, ресторан, там, торговый центр. Вот это мне нравится. Давай съездим не в торговый центр, а в магазин «Лента». Давай. Ну что, поехали. Ай! Ой, блин. Господи, мне так стыдно. Ну что, поехали. Ай! О, боже, мне так стыдно. Извините, пожалуйста. Вы хотя бы смотрите на дорогу. Ой, какие невоспитанные люди. Ой, вообще, ой. Вас подвести? Нет, я сама дойду. Что там было? Девушку сбили. Чего? Мы кого сбили? Девушку, ладно, поехали на парковку, ладно? Так. Так, паркуемся и пип-пип. Ай, вы смотрите, куда едете. Ой, опять вы? Я на вас жалобу буду писать. Вы хотя бы смотрите, как ей. Вы вообще смотрите в зеркала? Ой, простите, пожалуйста. Простите. Какие невежливые. Да вообще. Пожалуйста, простите. Ой, да ладно. Ай! Ну это вообще. Все. Если я еще вас встречу где-нибудь, и вы меня собьете, вам мало не покажется. Ладно, пошли. Вы припарковали машину, это главное. А вот не обращай на таких людей, как она. Не обращай, пожалуйста. Ой, да, знаешь, что-то не очень просто, ну, как неприятно, просто как-то, просто неприлично как-то сбивать одного и того же человека. Ой, ладно, пойдем. Добрый день. Приветствую вас в нашем магазине «Лента». У нас очень хорошие скидки. Вы можете купить 2 продукта по цене 1. Да, спасибо. Можно взять какие-нибудь корзинки? К сожалению, тележек у нас нет. В данный момент они у нас все сломаны и находятся на складе. И нам их нельзя вытащить, поэтому пользуйтесь вот такими вот корзинками. Ты много чего возьмешь? Да, так. Тогда берем это. Та-та-та-та-та. Ого, круто! Чего ты там круто-то говоришь? Смотри,
Какой большой ассортимент. О, там даже игрушки есть. О, ничего себе! Это же картина! Она такая дорогая! О, я ее видела только на картиночках. Возьмем эту картину, ладно? Ну, я домой ее поставлю. Хорошо, возьмем. И пошли. Ай! Господи, какие неприличные люди! Что вы творите? Ой, как больно! А вы куда смотрите? Меня чуть не убили. Мы за ваши травмы вообще-то не отвечаем. Кстати, что хотела сказать-то вам. А если вы заметите, что у нас в магазине немного прохладно, это из-за того, что это... У нас окна сломались. Ясно. Ну, мы их скоро починим. Просто у нас еще пока новый магазин. Ну, как новый магазин, он недавно открылся, и у нас пока что не все детали еще сделаны. Ясно. Так. Ладно, нам надо что-нибудь покушать купить. Хочешь морковь? Нет. О, кошачий корм. Давай возьмем вот этот. У меня кошка голодает там. Подожди, а с кем ты оставил кошку? А у тебя вообще кошка-то жива? Ну вот приедем и узнаем. Эти 3 пакетика будет достаточно. Бери еще сухой корм. Не надо сухой, у него аллергия на него. Так, возьму себе вот этот шампунь прекрасный. Так, что еще? Так, что еще бы взять? Водичку. Ой, тут написано, кажется, есть акция. Ого, ты посмотри, мультиварка по акции. Она такая дорогущая, я ее видела. Ну, сколько твоя дорогущая мультиварка стоит? Ой, я возьму еще пакетик. Вот, то есть корзинку. Знаешь, сколько стоило? 15 тысяч. А у меня только 9 тысяч с собой. Ладно. Пойду дальше, господи, тут лужица была. Ой, как больно. Ой, больно как. Смотри, я сейчас с помощью магии тебе могу показать, как можно достать, даже несмотря назад, какую-либо вещь. Ну, попробуй. Сейчас... Сейчас постараюсь так. Что бы мне взять? Что бы взять? О, сникерс. Ай! Ой! Кто это тут шуточки шутит? Простите, это я. Пожалуйста, простите. Ой. Господи, какая вы ужасная дама. Блин. Ладно, извините. Вот, возьмите, возьмите это. Ой, больно надо, я тут себе шоколадку сама могу взять. Би-би-би. Что? Ничего. Ой, господи, ну угомонись ты уже. Мы живем все же в одном квартире. А мне такая би-би-би уже надоела. Ты так ко всем людям относишься. Ой, да ладно, все, хватит. Так, забудем про этот удачный день, в кавычках. И просто пойдем на кассу. Пошли? Пойдем? Хорошо, давай, пошли. Так, пойдем на кассу. Блин, опять нас опередили. Ну вот. Дамочка, конечно, чего вам надо? Вы не можете меня пропустить? Это с какой-то еще стати. Мне просто, я очень тороплюсь. Ой, ну ладно, проходите. Вперед. Проходите. Ай. Хорошо, спасибо большое. Так, ну а я пока что пойду себе, может быть, еще что-нибудь выберу. Ой. Надо еще что-нибудь взять, а то как-то я мало сегодня взяла. Возьму еще один корм кошачий. Тю-тю-тю. Ну, ты тоже пойдем на кассу. Ой, бери давай все. Я тоже иду на кассу. Хоть бы корм мне рассыпать. Та-там, 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 та-там. И там.
Ой! Вы что творите? Ай! Чуть корму не рассыпали. Что вы вообще тут творите? А ну идите отсюда, идите. Фу. Какие невоспитанные люди. Толкаются еще. Господи, какой... А мне сильно писали, что вот у меня удачный день. Поверьте, мне тоже это писали. Ой, ладно. Ай, положу кота в корм. Так. Еще вот это надо взять. Все. Ладно, давай мы тоже все в один пакет сложим. Давай. О. Отсюда. Корм забыла. Все, пойдем. Пойдем. Так, чего вы хотите? Мне, пожалуйста, пробейте бритву, Рексона и морковку. Хорошо. Бздык. 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 С вас всего 550 рублей. Держите. Давайте. Сейчас. Тук-тук-тук-тук-тук. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще, вам пакетик не нужен. Нет, я так донесу все. Так, проходите, давайте, двигайте. Так, мне, пожалуйста, пробейте вот этот корма все. Ой. Мою пасту. Рокс и Сникерс. Ну, хорошо. Бздык. 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 Так. Сейчас мы посмотрим. Пик-пик-пик-пик-пик. С вас всего 1429. Вот, держите. Так, вот вам сдачу. Угу. Все, вам пакет нужен? Да, давайте. Так, ладно, тогда с вас еще 9 рублей, хорошо? Ладно, секундочку. Ой, у меня уже как-то все не влезает. Вот, видите. Все. Ладно, удачного вам дня. Ой, секундочку. Все, до свидания, спасибо. Это вам спасибо. Так, проходите, да. Пробейте нам вот этот вот, еще вот этот пакетик этот, хорошо. Так, Сникерс, бздык. 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 Так, секундочку, дайте я посмотрю. Так, знаете, с вас всего... вы первый покупатель, кто набрал у нас на такую большую сумму денег. В смысле, поподробнее. Так, ну, давайте я вам все сразу. С вас 16 999. Сколько? Сколько? 16 999. Меня только 9 тысяч. Ничем не могу помочь. Вы бы могли вот эту мультиванку выложить? Что-то? У меня есть деньги, не бойся. Возьмите. Благодарю. Какой у меня сегодня денечек удачный. Не верьте в гороскопы! Врут они все! Это неправда! Неправда! У меня самый неудачный день! Эй! Ну, хотя бы у тебя есть микроволновка. Стой, подожди, мне муж звонит. Ага, алло, милый, чего? Что случилось? Ну, как сказать? Нашу квартиру затопили соседи. Оп.
Опа-на. Да, да, мне казалось, у тебя удачный день. Да я сама это думала, блин. Ну и что? Куда мы теперь пойдем? Знаешь, это не мои проблемы. Мне, кстати, пора идти домой. Я возьму лишь свою картину. Стой! Я пошла. Стой, подружечка, подожди, подожди. Ой, вещи мои, вещи мои. Стой, подруга, ты же моя подружечка. Нет, я твоя знакомая. Подруга, иди ко мне. А давай я у тебя поживу. И не думай. Ну, пожалуйста. Ой, ладно, поехали домой. Ко мне. Ну что, поехали! Круто! Ой, фу, объехали ее. Ой. Ну, наконец-то, не сбили меня. Ой. Так, все, уходи, это вот моя квартира. Это вот мой кот. У тебя черный кот дома? Да. Ну, да раскладывай вещи свои, давай, давай, быстрее. Мне просто пока негде жить дома. Так. Да что же это за удачный день? Что случилось-то? Я чемодан свой потеряла. Господи! И ты веришь во все эти гороскопы? Нет. Господи, опять все забывают свои сумочки. Но почему как пятница 13-го, так как то вечно кто-то забывает свои вещи. Я-то думала, сегодня у нас не будет потеряшек. Ну ладно. Всем пока. Вы были на телеканале Тыквка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь. И, конечно же, смотрите мои видео. Они очень интересные. И там много всяких интересных информаций. Всем пока. Пока-пока. А сумочку я себе заберу. Кстати, смотрите продолжение. Пока-пока.